Итак, решил сделать небольшое видео по материалам партнера, дистрибьютора компании EPL. Здесь что вот у нас? Это парфюмерия, духи EPL. В данном случае женские. Такая вот коробочка аккуратная. Ничего в ней не болтается. Все плотно. Внутри замечательные духи. С концентрацией ароматических веществ не менее 20%. В отличие от большей части парфюмерии, которая в торговых сетях присутствует, где порядка 5% всего. Значит, что еще? Тут есть брошюры. В данном случае по дороже. Значит, зубная серия Fresh от EPL. Это уход за полостью рта. Зубная паста, освежитель. Полости рта и ополаскиватель. Здесь брошюра по Океан Black. Это косметика премиум класса. Ну, это отдельно надо знакомиться. Это очень с хорошим эффектом косметика, натуральная, на основе сыворотки. То есть очень хорошо усваивается и очень серьезный эффект оказывает, омолаживающий. И она вне зависимости от возраста может применяться. То есть это не является только лишь возрастной косметикой, она, в общем-то, для любого возраста. Так, вот каталог, продукты на каждый день. Здесь, в принципе, описание серии Everyday, это продукты питания. Соответственно, зубная серия более подробно, косметика и бьюти, Bio Secrets и Black Ocean. Здесь, так, если пролистнуть, ну, в общем, детально все рассмотрено с отзывами, с составами и с теми эффектами, которые можно ожидать, используя эту косметику. Чай, про кофе для любителей. Ну и вот более, наверное, надо рассмотреть подробно вот этот каталог. Это Camulit Essay. Про каждый вид дрожжи. То есть вот все, по оглавлению можно найти всю необходимую информацию, чтобы быть, так скажем, подкованным дистрибьютором и, ну, на должном уровне иметь возможность рассказывать людям о замечательной продукции. Подробностей в 20 здесь не буду. Это не о продукции ролика, а о рекламных материалах для дистрибьюторов. Просто рекомендую под рукой иметь такие каталоги, такие брошюры. Это очень хороший инструмент в работе. Все, спасибо за внимание. Хороших вам чеков и успехов всем. Всего доброго. Ставьте лайк, пишите комментарии.